Всем привет! Из всего большого зодиакального созвездия астрологи четко выделяют три самых добрых знака зодиака. Они отличаются своей искренностью, доброжелательностью, а также сочувствием к ближним. Это те люди, которые всегда готовы подать руку помощи нуждающимся. Люди с золотым сердцем. Давайте же сегодня узнаем, кто они, эти самые добрые три знака зодиака. Близнецы. Доброта близнецов чувствуется с первых минут общения с ними. Они не просто задорные люди, которые излучают море позитива, они и есть доброта. Представители этого знака очень харизматичны, энергичны и умеют расположить к себе абсолютно любого человека. Кроме того, они способны создать комфортную обстановку для общения. С ними приятно и очень интересно. Они желают добра человеку искренне и от всей души и готовы радоваться вашим успехам. Так как это очень противоречивый и эмоциональный знак зодиака, ему не чужды всплески гнева и эмоций, но они проходят так же быстро, как и возникают. И после произошедшего они очень жалеют о своем поведении. У них действительно очень доброе сердце. Беседы с вами близнецы могут дать вам почувствовать себя самым важным человеком в мире. Это качество вместе с подлинной добротой делает этот знак самым располагающим к себе астрологическим знаком. Близнецы не склонны к сплетням и всегда очень доброжелательны, даже к тем, кто их обидел. Лев. Многие привыкли видеть во львах самоуверенность, силу и превосходство. Никто не отрицает, что они самолюбивы и прямолинейны, но доброта – одно из их лидирующих качеств. Они не склочны и не склонны желать зла. Львы – добрые, открытые люди, с которыми очень приятно пообщаться. На них с уверенностью можно положиться в серьезном деле. Они из кожи вылезут, но не подведут. Львы ценят дружбу и близких людей. Они не склонны распыляться на нежности и сюсюканье. Но это вовсе не говорит о том, что им недостает душевной глубины и сопереживания ближним. Львы совершенно не жадные и искренни в своих порывах. Они и вправду величественные натуры. Рыбы. Истинные рыбы безмерно доброжелательны и приятные в общении. Пообщаясь с ними хоть немножко, можно понять, что они скромные, добрые и нежные. Им тяжело вам отказать, даже если это противоречит их возможностям и желаниям. Для рыб очень важно наладить прочную связь с человеком, с которым они общаются. Они способны спокойно выслушать вас, посочувствовать вашим бедам и даже постараются вам помочь в их решении. И это все для них не отвод глаз, это они делают только от чистого сердца. Это самый дружелюбный знак зодиака. Рыбы не только очень чуткие и внимательные, но также еще и бескорыстные. Они никогда не ждут награды за свои добрые дела, и это очень много о них говорит.